Мой друг, кто может быть милей? Бесценного родного края, там солнце кажется светлей, там радостней весна золотая, прохладней легкий ветерок, леса и травы зеленее, там сладостней звучит поток, и соловей поет нежнее. Красива и богата земля русская, славен народ, живущий на ней своими вековыми традициями. Лучшие стихи и песни живут и хранятся в памяти народа, передаваясь из поколения в поколение. В песнях о родине люди с нежностью обращаются к рябинушке кудрявой, реченьке быстрой, березке белой. И всюду ты слышишь все лучшее, все доброе, что есть в народе, его земле, делах, помыслах и чувствах. Добрый день, уважаемые жители села и наши гости! Вас приветствует творческий коллектив Ворон-Лазовского центра культуры и досуга с программой отчетного концерта «Моя Родина» в песнях, танцах, стихах, кинофильмах. На нашем празднике присутствуют районные представители. Начальник отдела Клевенского отдела культуры Лучек Сергей Евгеньевич. Директор Межпоселенческого центра культуры и досуга, заслуженный работник культуры Митина Надежда Николаевна. Методист и режиссер Макаров Владимир Васильевич, заслуженный работник культуры. Методист Головачева Светлана Александровна. И мы начинаем наш концерт. Любимое село, такое в мире ты одно. Здесь надо мною предков дух моих витает, душистый ландыш в мае расцветает, а в поднебесье птицы к югу улетают, в душе моей навечно след свой оставляют. Мне возразят, что села лучше есть и краше, но для меня милей всего Ворон-Лазовка наша. И с вами спорить я, друзья, не стану, а только до ясного неба рукою достану и краски небесные брошу в луга. И засинеют они васильками, а белых ромашек большой хоровод закружится в вальсе лебединый полет. И пение птиц, и шелест дубравы, и запах цветов все вместе сольется, и музыкой дивной в небо вернется. И в звон колокольный она обернется, и слышится мне в этом звоне священном Ворон-Лазовка, мое любимое село, пока ты жива, и жить России суждено. Thank you.
Родная колокольная.
и торжественном нападе. Стук сердец не сдавшихся бойцов, а под звон вечерний на закате в нас проснется гордый дух отцов. На твоих героев я равняюсь, быть тебе полезным я стремлюсь, пред твоим величием склоняюсь, колокольная Русь. Русь, Россия православная, сердце песня главная. Ты земля моя раздольная, Русь родная колокольная. Ты земля моя раздольная, Русь родная колокольная. Ты глядишь озерными очами, Русь моя березовая никакого на нее.
Я так ночами не спала.
и вот сквозь грязное стекло увидел я свой вечный сон в своем коротеньком пальто. Ты прилетела на перрон. Ты только ты, остальное потом. И это ночь и мечты, что хранили тайком. Сегодня ты, только ты, и весь мир подождет. Забудь разлуки долгие дни. Ты только ты, остальное потом. И это ночь и мечты, что хранили тайком. Сегодня ты, только ты, и весь мир подождет. Забудь разлуки долгие дни. Они не в счет. Забудь разлуки долгие дни. Они Давай, давай, драйка, нам который.
ручку в руки возьму. Знать печаль мою всем ни к чему. Ты, гармошка, послушай, успокой мою душу. Я так крепче тебя обниму. Ты, гармошка, послушай, успокой мою душу. Я покрепче тебя обниму. Расскажу, как тоскует душа. Расскажу я тебе не спеша, как влюбился сердечно. Расскажу я, конечно, как зазнобка моя хороша. Как влюбился сердечно. Расскажу я, конечно, как зазнобка моя хороша. Стынет кровь. Жаль, что поздно, друзья, я встретил любовь. Было Богу угодно, жизнь моя не свободна. Да вот к ней я спешу вновь и вновь. Было Богу угодно, жизнь моя не свободна. Да вот к ней я спешу вновь и вновь. Дымок в телях,
А я люблю ворон Лазовку и за луга, и за поля. Thank you.
моря. Только знамя не должно упасть.
на подхвате знамя у отца. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. Эх, если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. На дорогой родины моей в высоте орлуют два орла, и один из них ночи черней, у другого белые крыла. Под старую гармошку для вас пою с душой. Ты мне, моя деревня, тихонечко напой. Присядем у колодца, где ведрами звеня, под вечер соберется веселая родня. А я люблю деревню за крики петухов, а я люблю деревню за песни стариков. А я люблю деревню за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Плохое все забудем, добра не пережить. У нас святая доля деревней дорожить. Встречать и расставаться уж нам не привыкать, но ждет нас деревенька, как старенькая мать. А я люблю деревню за крики петухов, а я люблю деревню за песни стариков. А я люблю деревню за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Тихонько прикоснусь, бывает слаще меда, полыни горький вкус. Под старую гармошку для вас пою с душой. Ты мне, моя деревня, тихонечко попой. А я люблю деревню за крики петухов, а я люблю деревню за песни стариков. А я люблю деревню за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Ма-най, на-на-на-на-на, ра-най, на-на-на-най, на-най, на-на-на-най, ра-най, на-на-на-на. А я люблю деревню, за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Давно мы с ней все делим пополам. Давно мы с ней все делим пополам. Моя ты
моё горе, несчастье цели. Ох, и лёли, лёли, ай, лёли, лёли. А моё горе, несчастье цели, моё горе, колебанье цели. Ох, и лёли, лёли, ай, лёли, лёли. Моё тару бурый ветер отубашу, враги мои ворота распалял. Кончета была, ох, и лёли-лёли, ай, лёли-лёли, под воротнями покончета была, седра у теса двора сошла, ох, и лёли-лёли, ай, лёли-лёли, ох, и лёли-лёли, ай, лёли-лёли. Ты вечером старый сельсовет хочешь проверить? Хожу, хожу. Вот, послухай моего совета умного. В этот хмурый, неласковый вечер, собираясь одна в сельсовет, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский свой бронежилет. Ой, не говори, страшно стало по селу пройтись, вечером прогуляться страшно стало. О. Не говори, кругом стреляют. Ой, стреляют, стреляют, вчерасик купил у Полинки в ларьке пачку сигарет. Только вышел на улицу, как начали стрелять. Одну за другой, пока до дома добежал, пачек так и не бывало. О. Ой, не говори, а воруют, воруют по-черному. Вот у нашего завхоза опять машину угнали. Ой, что машину? Мне корову угнали. Венецию? Кандализу. Черно-белую. Ой, молодая была совсем, с 1976 года. Ты телочки считай. Ой, пробег 2000 километров. Ты что, я стояла, не ходила? Ой, вы на 10 литров. О, помыла Андерсова, Андерсова. Ой, копыт шипованные. Зимними копытами угнали. Угнали, да. Угнали. Мы пятна перекрасили, рамы перебили, их найдешь теперь. Бедная ты моя, ну не хватит сетовать-то, хватит. А без молока теперь? Да ладно, я вам сама свинья 3 недели в угоне. Анжела. Энигма. Что сосковая? Ага, мне же ее с Амстердам с выставки привезли. Ты ж хотел на нее сигнализацию поставить. Хватит какую-то сигнализацию на свинью. Ой, а я на свою вьетнамскую весла-дреху поставила. Да ты что? О, удобная вещь, удобная вещь.
Теперь кто чужой к ней приближается, она сразу... Сорвалась. Веди себе прилично. Сорвалась. На очко лбом. И мертвые скотки не стоят. Слышь, Василиха, а ты моего взять знаешь? Олега-то второго. Близко. Близко. Он ведь в командировку ездил. Как ее у Летою? У Японию, Токио. Токио, Монголия. Монголия, Шанхай. Шанхай, Бельгия. Ну я и говорю, Токио, Японию. Он же с этой стороны пошел. А, через Бельгию. Ну да. Встали всей палаты на роликовые лыжи и пошли. Всей палаты, а понятно. Да, и привез он мне оттуда, не поверишь, подарочек. Козла. Живого? Ага, живого. Ой, какой козел. Взять его на деревочке, вот поделил. Улыбается козел такой. Ну, знаешь, вот машина японская не с правыми рулями, а козел с правым рахом. Вот, да. Ходит, улыбается, а глазки такие еще лучше мои. Бородка такая сенсей. И, блин, ты знаешь, прям так по-японски? Ой, тварь. Вот я говорю, тварь. Я его сначала хотела усыпить, а потом думаю, подарю мне его нашему участковому. Зачем? А Михаил, у него будет свой полицейский козлик. Я к нему на день не заходила. Ты знаешь, он мне одну штуку дал. Холодно-робот называется. Ну-ка. Тебя никак не напоминает? Ни на кого не похож? Ой, не, это, наверное, не из нашей деревни. Да как же не из нашей, из нашей, из нашей. Да, погляди повнимательно. Ой, не, а за что ее разыскивали? Протокольно написано, ударила председателя сельского совета тупым твердым предметом по голове. Интересно, девки пляшут. Это каким ж таким тупым твердым предметом? Ну, подумаешь, два раза головой стукнула. Да это и зараза была. Вот я про что говорю. Наш деревня надо тебя защищать-то. Все тебя боятся. А чего меня боятся-то? А чего ее боятся? Да. А кто вчера с 7:30 до 8:00 два часа из ружья стрелял? Скажешь, по банкам? А этот мужик в поле капусты брел. Так ты бы его поймала и посадила. Как говорится, вор должен сидеть в тюрьме. А он больше сидеть не сможет. Почему это? Метко стреляю, Ворошиловка. Ой-ой-ой-ой-ой, ну ты б его догнала, ты шустрая женщина-то. Ну? Так он юбки попался. Бросился бежать. Я погналась за ним, загнала его в рощу. Он спрятался за березу. Я на него накинулась и... облом. Я вдруг подскользнулась, костями гремя, зубами воткнулась в березку глубоко. И родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Что ты вытворяешь? Ой, караул. Вчера-то помнишь, что творила? Не помню. А, помню. Немцев гнала до самого Берлина. О как, немцев. Поглядите на нее. Какие немцы в наше время? Это туристы были из Германии. Новый туристический маршрут открылся. Липецк, Воронмазовка, Воронеж. Они приехали в нашу местную деревню поглядеть, достопримечательности все сфотографировать. А тут ты с обрезом, оп, выскочила. И гнала до самого Воробьёва. Спасибо, патрон кончился. В Юлецку гнала. Ну, неудобно как получилось. Неудобно ей. А нечего было в 43-м на меня наезжать. Да кто на тебя наезжал в 43-м? Мама дорогая. Я вот и говорю, наш деревня не от бандитов, и хулиганов надо защищать от тебя. А вообще ты знаешь, я вот честно тебе близко в бинокль поглядела. Ты наше секретное оружие. Пока ты живая, ни один маньяк в наш деревне не сунется. Это точно. Да. Ну, ведь мы с тобой. Чего? Мы с тобой на этом краю деревни обстановку поглядели. Поглядели. Все в порядке. Все на месте. Теперь пошли на другой конец. Ведь мы с тобой... Деревенский ночной дозор. Мы пройдем от края и до края. Всех бандитов вместе победим. Ты воронка, злобочка родная. Мы тебя в обиду не дадим. Ты воронка, злобочка родная.
Спишь.
только приступили мы польскую границу, ударил поляк три раза. Ударил, ударил, он грудь меня поранил, болят мои ранки, болят. Родным я письмо напишу. Отец прочитает, а мать того не знает, у сына нет правой руки. Детишки подростут, у матери спросят, а где же отец? Там шли, шли на брата с турецкого фронта, с турецкого фронта домой. Там шли, шли на брата с турецкого фронта, с турецкого фронта. Родная
Нашего отчетного концерта мы еще раз говорим вам сегодня: Родина, ты у нас одна, и за тебя мы все в ответе. На карте мира мы едины, мы страна в сердцах и мыслях, мы России дети. Перед вами выступал ансамбль «Селяночка», художественный руководитель отличной культуры Евгения Кузнецова. Ну, вообще в программе не было выступления, не знаю. Я сначала подумал, что спею. Уважаемые друзья, хотел бы поблагодарить вот этот сплоченный, крепкий коллектив за прекрасный концерт. И сейчас вот зачастую со всех сторон можно услышать, что в селе нет культуры, в селе нет самодеятельности, что в селе никто не работает и на сцену никто не выходит. Но я хочу уверить вас, что и в Хлевинском районе, и в целом по России ситуация далеко не та, в которую нас хотят как бы втянуть и навязать нам свое мнение. На самом деле культура есть, есть творческие люди. И самое главное, что хоть и культ работников мало, но есть целая команда самобытных артистов, которые с удовольствием выходят на сцену и поют без оплаты, просто так, для души, чтобы порадовать вас, зрителей. И, а вот еще бы хотел говорить, те, что нет у нас ничего, никто не поет, ничего не происходит, это те, кто не ходит на самом деле на концерты, сидят в данный момент дома, и я думаю, что они пожалеют, что они пришли сюда, потому что концерт был замечательный. Спасибо вам большое.